Сотрудники полиции и администрации губернатора продолжают проверки в местных магазинах. На рейдах обращают внимание на наличие в торговых залах средств индивидуальной защиты и рециркуляторов. Покупатели и продавцы должны быть в масках. Проверяющие вместе с нашей съемочной группой отправились по торговым точкам железнодорожного района. В основном люди соблюдают антиковидные меры, но все-таки нарушения были зафиксированы. Людям, попавшимся без масок, обидно, но закон соблюдать обязаны все. Вы прекрасно знаете, то, что протокол составляет, то, что если люди масочные режимы не соблюдают, составляется административный протокол, административное нарушение. Понимаете? Даже если человек приболел. Даже если человек, если приболел, даже если он вакцинирован. Судя по цифрам, представленным в администрации губернатора, безмасочники обнаруживаются регулярно. Необходимо отметить, что только за текущий 2021 год, это фактически вот у нас 11 месяцев, всеми сотрудниками уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях вот за нарушение режима повышенной готовности составлено около 40 тысяч протоколов. Рейд в железнодорожном районе прошел в 27 магазинах. Нарушения были зафиксированы. В двух торговых павильонах сотрудники правоохранительных органов составили два протокола об административных правонарушениях. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.